В Барнауле вручили удостоверение экологическим инспекторам. Это обычные студенты, которые будут фиксировать нарушения природного характера на территории края. Например, стихийные свалки, браконьерство, незаконную вырубку леса. Общественники прошли обучение в школе экологических инспекторов и тестирование в Минприроде. Задерживать и выписывать штрафы инспекторы, конечно, не смогут. Их основная работа – оперативное реагирование на экологические нарушения в Министерстве природы края. Все случаи предоставляются и фиксируются уже на уровне наших региональных и федеральных инспекторов в этих сферах деятельности, и наши инспектора проводят всю необходимую административную работу по наведению порядка на выявленных участках экологического нарушения. Сейчас в крае насчитывается около 130 экологических общественников. За прошлый год они выявили около 20 серьезных нарушений. По всей стране планируется подготовить более 2000 таких экспертов для природоохранного контроля.